данном видео могут присутствовать матюки. Если вы не любите матюки или же маленький ребенок, пожалуйста, закройте видео и не смотрите. Доброе утро. Как себя чувствуешь? Прекрасно. О, нормально. Не переживай, тебе здесь ничего не угрожает. Тебе нужно немного отдохнуть. Что это за место? Это отель Quiet Mind. Самое спокойное место, которое я видела. Видела своими 6 глазами. Видишь, нравится? Я пока не видела, но... Думаю, да. А почему я здесь? Ты совсем измучен, так ведь? Вот и причина. Расслабься, тебя здесь никто не тронет. Ладно. Ого. Рэйчел. А, меня Рэйчел зовут здесь. Нет, это девушка зовут. А, у нас гость. Леденец потек. Кто вы? Урхан. Я сотрудник Quiet Mind, администратор. Приятный администратор. Я местный гид. Потому что книга. Да. Будь как дома, Рэйчел, проводи нашего гостя в комнату. Если вам что-то понадобится, смело зовите нас. Обязательно. Ого. Не обращай внимания, это кажется тебе просто надо прилечь. ПП. Бывает. Это типа комодзи такое. А. Это неправильно отобразилось. Ясно. Твоя комната, заходи. Залетаю. Я в такси. Ух ты. Это мой персонаж. Да, это твой. Постоялец, давно к нам не захаживали, я удивлен. Перестань бубнить. Да он не бубнит. Я только что тут помыл. Будь добра, расслабься. Он посетителей вообще не уважает. Уж прости его. Я могу представить, каково это каждый день убирать совсем пустые комнаты. Не привык еще. Бедненький. У вас совсем не бывает людей? Да, это так грустно. Ну да. Ложись, отдыхай. Если что-то будет нужно, сходи к нам с Урханом вниз. Или дерни за веревку над кроватью. С другой стороны привязан колокольчик. Берни тут же примчится. Угу. Ваш выбор повлияет на разницу Ширата. Мы ебанутые, поэтому мы пойдем изучать отель. Ого, тут красиво. Хороший выбор. Ох, кажется, он разозлился. Как же, боже, кто? Нет же, ах. Тут насилуют. Ой, бабочка. Сюда не... А, постоялись. Рэндалл бы его испугался. Кто вы? Я Берни, рабочий здесь, обслуживаю клиентов. Тут надо прибраться, извините. Ой, вы знаете, кто вы? Нет. Чё? Ты потерялся? Тебе больно? Вроде норм мне. Не нужно бояться. Все хорошо, правда. А почему он заикается? Это нам расскажет? Ну. А? Нам расскажет, почему он заикается? Ну, рассказать? Да. Ага. Так, идем дальше. Ты видишь смысл? Все это. Оно не настоящее. Мысли нет. Все стерто. Все стерто. Пластиком. Все хорошо, да?
Почему очень ты меня серьезно и грустно играли я. Почему ты меня переместил назад? Я еще походить хотела. Зачем? Ну зачем так делать? Не переживай, тебя еще потом переместит вперед. А, нормально тогда. Правда, это будет уже конец игры. Что это было? А чё вы не переживайте? Вы в безопасности. Ага. Как ваше самочувствие? А, ты заикаться перестал. Ух ты, мой умничка. Да. Спасибо за... Блин, нет! Нет! Блин, почему я ожидала такой реакции? Нет! Я хочу еще. Можешь пройти на другую концовочку. Саймон, не уходи! Так, он уборщик? Да, он один остался после сокращения. Он часто ворчит, но работает хорошо. И это хорошо. Ложись отдыхай, если что-то будет нужно, сходи к нам с пруфами вниз. Да-да-да, да-да-да. Лечь отдохнуть. Какой уютный потолок. Ты спишь? Пока нет, как видишь. Ты спишь? Ну нет! Да нет, я не сплю! Я не сплю! Я есть хочу! Это знаешь, как вот постоянно уже вроде бы ночь, уже надо ложиться спать, и ты такой, блин, как же я хочу жрать! Ой! Я забыл ведро, что-то не так? Что-то не так! Зачем вы ко мне зашли? Вы меня смущаете, молодой человек. Идите нахуй. Не, не будем вам посылать. Он вроде хороший пока. 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 Важное пока слово. Тут, пока тут, в принципе, все хорошие. Ага. Стучаться надо! Так, ладно, там слова на потолке. Вот же, зараза, не обращай внимания. Потолок не запасть. Я считаю, это твоя лучшая шутка, просто за всю эту новеллу. Ой, блин, тут какая-то паранормальщина. На потолке слова. Я потолок не дотёр. А, это лучше. Блин, мне теперь нравится этот персонаж. Я чувствую, что ему даже если скажи, что типа, блин, там человека убили, срочно. Да твою ж мать, опять убираться надо. Да, вот он из таких вот прям. Ой, ты спишь? А чего это вы нависаете надо мной? Я вроде... А чё, функция изнасилования включена в стоимость? Нет, не сплю. Куда? В смысле? Он просто пришел, посмотрел на меня, спросил, сплю я или нет, и ушел. Да. Как-то странно. Так. Шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Стираем пыль. Шух-шух-шух-шух. Все тщательно стираем, не оставляя ни следа. О! Мини-циклоп. О, тут есть звук, он шмыгает. Не плащи, у тебя очень страшная мама. У него только из одного уголка глаза слеза падает. Кстати, интересно, а если у человека один глаз... Так, Ютубу надо объяснить, что это метафора. Это метафоры. Да. Хотя, в принципе, это его учили завязывать морской узел. Хотя, в принципе, а чего я беспокоюсь? Господи, это игра 12+. А у меня в ролике и так обозначение, то, что этот контент не предназначен для детей, но предназначен для лиц младше 16-18 лет. Ага. Наслаждаемся игрой, у которой рейтинг 12+.
А ведь её лопало вот так вот привяжешь за этот вентилятор потолочный, так он отвалится. Ну, кстати, да. Да, нельзя так делать. Кстати, мне очень нравится, как тут курсор мышки показан. Появление. Это, кстати, картина «Появление Адама». Я помню, как это называется. Глава первая. Появление. Похоже на это, Google переводчик. Да. Появление. Что такое? Ага. Почему тут некоторые зеленые? У меня вопрос. Хлорофилл. Хлоропласт. Мальчик вырастет овощем. А может, гермафродит? Может быть. В нашей первой игре мы оба выиграли приз по названием «Жизнь». Только одному что там глаз не досталось. А ну, другому руки. Угу. Ну, рука, как бы, это ладно, а глаз-то на виду. Наши судьбы были едины, как и наше тело. Это занавес. Сегодня у меня была Уилсон в Хиггсбери, так что... Занавес. Что ж ты такой? О, я угадала, что... Блин, вообще, мне нравится, как он сидел вот так вот, ручки сложил. Ага. Равный вес. Я не могу, вот ты таким читаешь тоном. Я тебя сейчас, знаешь, как ощущаю, как это, доктор Ливси вот этот, здравствуйте, я доктор Ливси. Да. Замечательно, какая прелесть. Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Одно и то же. Мне на самом деле нравится Ливси, который был в мультфильме, потому что в книге он какой-то не очень. Да, как бы такое. А вот в аниме доктора Ливси, между прочим, симпатичный. Хотя аниме... у него кожа какая-то желтая. Аниме да, не есть смотрела. Аниме по «Острову сокровищ». У меня просто подруга, помню, по нему фанатела, и такая, посмотри! Я такая, окей, без проблем. Блин, слушай, брат, у тебя и так уже гены матери, но оставь мне хотя бы гены отца. Оставь мне хотя бы отца. Нет, говорит он. Смотри, он улыбается, смайлик. Да, мне кажется, с расчетом на это и было нарисовано, типа, рожица такая. Ага. Право, право, лево, так, право, право, лево, право, лево, право, нет, право, право, лево, право, лево, лево. О! Во. А вот эта картина танец. Вроде да, я тоже помню такую штуку, ага. Он, ну, это забавная картина. Что ты говоришь? Говорю, люблю эту картину, она забавная. Мамуля опять занята братом. Давай завтра снова поиграем вместе, мистер Мотылёк. Это синий. Блин, интересно, а вот это вот тоже отсылка на какую-то картину или просто? Да мне кажется, просто, хотя... Хрен знает. О. Я подарил мамуле подарок. Надеюсь, она не выбросит его в этот раз. Блин, на самом деле это жестко. Подарок реально-то милый. Красивый. Угу. Говорю чисто игрушка про депрессивного пацана, которого не любят все. Не надо спойлерить. Я это вырежу, чтобы спойлерить. Ну, мне кажется, это уже очевидно. Фокус настраиваем. О! О! Вот тут. Тихо-тихо. Во. Подожди, еще. Вот. Подожди. Как-нибудь... Не-не-не. Вот так вот. О, идеально. Сегодня мы делали... Я на семейных фотографиях. Кто именно? Ну, диваном стою такая, это не я. Блин, я только сейчас поняла то, что вот эта загадка про равный вес, это типа то, что...
родители больше любили младшего брата, чем ну вот. Этого. Я только поэтому сейчас... то, что я говорю, что его... Поэтому то, что я говорю, что его никто не любит, это не спойлер. Это уже и так понятно. Сегодня мы делали семейное фото. Мне так нравится быть вместе с семьей. Блин, почему это так смешно выглядит? Вот именно фото вот этого вот отца. Ладно. Так, мы держать должны их или как? Ну, наверное, их нужно просто тебе окунуть, потом повесить, и они это. Просто что-то как-то медленно все. Я не знаю. Ты... А, ты макай, и трясти просто. Надо. Что у него глаз. Ячмень в глаз попал. Кстати, ты типа понимаешь, он не захотел в жопу раз, поэтому убилкой в глаз. Кстати, интересно, а вот зачем вот эта вот кисточка и краски? Ты когда-нибудь видела, чтобы в подобных комнатах вот такое вот было? Я просто единственное, что может, знаю, то, что для проявления фотографий там типа красный свет и вот это вот красная вода. Но я никогда не видела, нет, чтобы смотри, там красный ну, допустим, свет. Ну, не знаю, может быть, фотографии как-то подправлять. Типа... Ну, тут все поправлять надо. Ну, да. Тут в фотошопе все подправлять надо. Почему не подсушивать в фотошопе? Я так и сказала. А, да? Да. Красная комната. Все забрызгано красным. Так, я не слепой, я вижу то, что тут круги, то, что тут тени. Какая все-таки мать страшная, ё-моё. Извини, пацан, но у тебя очень страшная мать. Отец, в принципе, не лучше. Ну, отец вроде еще как-то норм, но вот мать это, конечно, ну, да. Свет и тень взаимосвязаны, но что насчет нас? Нас это кого? Тебя и брата? Наверное. Кстати, интересно, а вот они типа близнецы, а они чувствуют боль? Просто говорят, что обычно у близнецов такое случается, то что если один чувствует боль, то чувствует боль и второй. А вот у них такое прокатит? Ну, может, не в том смысле, в котором прям, ну, в буквальном. Не, бывает в буквальном. Может быть, не знаю. Ну, может быть, какие-нибудь, допустим, сиамские близнецы могут, а обыкновенные, так они возможно... Так сиамские близнецы. Ну, вот я и говорю, как бы. Я говорю то, что обыкновенные, возможно, как-то более притупленно чувствуют, чем вот если разделенные какие-нибудь сиамские. Возможно. Ты когда-нибудь хотела попробовать покурить жуков? Не знаю. Я не курящий, поэтому у меня не было... Оранжевый, как... А, ну оранжевый я помню, это красный и желтый. Ну... Так. Сука. Фиолетовый. Красный и синий. Уверена? Да. Я изучаю цветоведение в колледже. О, это круто. Смотри, реально фиолетовый. Что, я брать буду шуми? А это ж... Это типа синий просто? Или... Да, это просто синий. Просто он прям какой-то светлый, я не знаю. А зеленого мы зеленого ни разу не использовали. Он и бедный, одинокий. Я расстроился. Раза три это сколько? Ну, мне кажется, он даже не бедный, представь, ему только в радости еще пожить немножко, прежде чем его растолкнули. Не, ну слушай, они появляются сами по себе потом. Чтобы еще раз скурить их. Поэтому, думаю, им как бы все равно. Раза три это в ступе. Рано или поздно он все вдохнет. Какой хороший приход от жуков. Сразу дисклеймер, ребята, не курите вейпы. Я недавно видела то, что оказывается от них какая-то пневмония нехорошая развивается. Пневмония? Ну, типа такая, знаешь, болезнь, когда в легких скапливается... Я еле успела. Когда в легких скапливается какая-то, ну, типа, мокрота или что-то подобное. Uh-huh. Которая потом, ну, приводит к летальному исходу, то есть там задыхаешься. Oh.
Да, так что, ребята, не курите, пожалуйста. И обычные сигареты тоже не курите. Это такое. Так обычные сигареты хуже. Ну да. Да вообще все плохо. Не надо. Следи за ее взглядом и будь внимательным. Рано или поздно она будет довольна. А! Отсылочка! Это картина Мона Лиза. Мне вот интересно, а Честер, как... что с тобой? Мне интересно, а как родители объясняли ребенку? Как родители выбирали ребенку этот сундук? Типа такие, о, ебать, сундук с глазами и ушами. Надо купить. Не, ну а чё? Я думала, тут нет никакой подсказки, а она есть. Смотри сейчас. Оп! Если много глаз смотрит на эту сторону, на правую, то значит надо чесать правое ухо. А если на левую больше смотрит, то значит левое. Ага. Это гениально! Господи, какие у брата страшные игрушки. Не верится, что я это... А, смотри, тут этот зеленый из Rainbow Friends. А, да, точно. Вот откуда он взялся. Ё-моё. Я и не знал, что у брата столько игрушек. Они, типа, не играют вместе или что? Так, рука и глаз. Рука из бревен вылазит. Кто-то восстал. Есть восставшие рыбы... из мертвых, а есть восставшие из бревен. Рыбы в банных халатах. Или это просто рыбы? Это рыба в шубе. Простите, плоские шутки. Глаз, как бы это пошло ни звучало, входит в ребенка. Да. Ага. Глаз всосался в ребенка. Ага, и вот мы, сложив ручки, сидим. Модный. Аж глаз покраснел. Дьявол, неужели я принес эти все страдания? Чё? Как я прочитала? Почему я не так прочитала? Что? Нормально. Поверните налево. А затем поверните направо. Угу. 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 Я никогда не собирала телескоп. Я тоже. Но я вижу тут какая-то фигня. Ага. 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 Ну все это относительно просто. Ой, бля. Стоит хуйня, на ней хуйня. Хуяк, хуяк и нихуя. Угу. Это вот как. О! Ой, бля! Тихо. О-о-о. Во! Во! Вот тут вот как-то выставилось, а если это. О-о-о-о-о-о! Ага, тихо-тихо-тихо! Тихо! О! Вот как-то вот... Вот... Вот так вот... Сейчас, погоди. Вот это вот... Это что? Ага... Это вот... О! Опачки! О! Эй, объектив что закрыл? Ебать! Нас похитили рыбы! Ужас! О, нет. Сегодня мама и папа пошли с братом на прогулку. А тем временем меня спиздили рыбы. Да. Я не знаю, что они будут со мной делать. Оу. Кадр красивый, но очень много странных мыслей лезет. Почему мальчика связали? Зачем его закрыли рот? У него лампа, это рог оленя. Капец, он богатый. Мы так давно не заходили в бессонницу, и в итоге весь процесс обнуляется, нам все заново проходить. Не забудьте надеть наушники. Не забудьте. Давай. Два. Что я тебе говорила? Блин, нам все заново надо проходить. Я не знаю, смеяться мне или плакать. У меня нервный смех. Так, ну слушай.
мы в принципе уже с тобой знаем, как проходить эти ночи. И мне кажется, что сейчас первая покажется легкой. Так что погнали. Ну да. Да. О, привет! На месте. Да, кто это? Слушай меня внимательно, если хочешь выжить. Ух, как грубо. Избавьте меня от них. Они придут снова. Главное, отворачивайся от них. Помогите мне. Ты сам виноват, прости. Помоги, ты сам виноват. Но я не могу стать скрывать. Ну что ты лох. А вот и бабзина. Из магазина. Тётя Зина не ходит по магазинам. Тётя Зина. Не тянет резину. Меня все еще беспокоит то, что он в носках и в штанах, блин. Он вдруг резко не захотел отворачиваться. Прикинь? О май. Не надо вот этими дешевыми скримерами меня пугать. Тем более таким нет. Прошаренным, как мы. Угу. Нет, так мы же проходили это уже, так что... В принципе. Мы с тобой проходили Outlast. Да. А плюс еще поверх... А плюс еще поверх этого... Еще всякие ужастики проходили. О, окно открылось. Да. Вспомни еще эту ламу, блин. А, лама. Лама незабываема. Такое нельзя забыть. Легенда. Она нечестно играла, она появлялась прямо передо мной. Это нечестно. Как я должна была от нее убежать, если она прямо передо мной появлялась? А вот это уже совсем другая история. Да ладно, вашими этими... Всё? Что-то как-то, знаешь, не заметила даже, она как-то быстро прошла. Сейчас, на секундочку прервемся, там какая-то шваль орёт. О нет, моя голова в маске летает отдельно от тела. Возьми протез. О! Ему протез поставили поверх рукава. А где его вторая рука? Подожди. А где его ноги? А, это он так сидит просто. Да ты где? Ты на ноги посмотри. Мне кажется, он за это время стал еще больше инвалидом просто. Тут одним протезом не обойдешься. А где мой большой палец? У меня вопрос. Может, его нет? Я понимаю, я в принципе вижу, как эта рука выглядит, но все равно, а большим пальцем как двигать? Что это? А. Так, вот так, вот так. О! У меня протез кровью набирается моей. О! Блин, звуки классные. И выглядит классно. Родители дали мне подарок. Я был безумно счастлив, но они лишь расплакались и сказали, что им очень жаль. Uh-huh. Смотри, у пингвина... Это фальшивый пингвин, у него вон рот. Этот пингвин больше похож, знаешь, на тупика. Этот пингвин похож на ворона из Rusty Lake Hotel. А, да, он... Блин, он же реально, он в рубашке и в этом... пиджаке. Я забираю у пингвина рыбу. Ха-ха. Это теперь моя рыба. Ой, мамочки. Угу. Налево или направо пойдем? Давай направо.
О, походу верно. Налево. Нет. Опять запоминать. Право, право. Лево. Право. Лево. Право. О, мамочки. Здрасте. Я не знаю, что это за картина. Тут пардонте. Народное средство. Можно в него верить или не верить. Но невозможно доказать его реальность. Ага. Логично. Да уж. А, все. Да, вот так. Ну. Ты побольше кусочки бери. Но не получается. Я хочу, но не получается. Еще? Не, все. А че? Погоди, ты его сырым есть собираешься, а? Видимо. Приятного аппетита. Фу. О чем только мама думала? Что у меня отрастет заново рука, если я это съем? Слушай, это был бы хороший способ отращивать конечности. Сиэтр. Так. Но это не театр, это батлейка. Вещай. Реально снизу что-то на татарском. Спой, птичка. Угу. Ой. Из яйца вылупилось два малыша. Угу. Одно яйцо. Угу. А чё он такой большой? Ну потому что типа он впереди, а этот сзади. А. Родители думали, как отрастить малышу руку, и рыбы сказали, что меняют малыша на руку. Одноглазого малыша на руку меняют. Угу. Нифига себе, они продали его рыбам, что ли? Охренели. Ну, рыба проглотила одноглазого мальчика. Вот и все. Двуглазому отрастили руку, и родители живут счастливо. А то есть на второго им пофиг. Родители года просто. Ничего не очень. Семьи без урода. Вот про него вот это в семье не без урода. Он все повторял родителям. Хотите, я отдам свою руку? Чел, у тебя плавник вместо руки, поэтому нахуй надо. Может я сама решать буду, а не ты за меня. Один вот сюда. А этот вот так. А этот получается вот... Вот так. Ёпчик мать. Шо они... Ааа! Всё! Я... Нет, подожди. Так, стоп, я не... Что я не так делаю? Ты видишь отличие? А! Всё. Это... У одного три глаза. Вот вы думали, что я один такой олух, у меня один глаз. Вон у чувака три глаза. Культ рыбьей головы. Последователи странной веры. Они подклоняются к туху. О! Ой, ещё. Ещё блестящую открытку с Мейсоном. Вот, смотри, вроде... А, блин. Ясно. Нет? Нет, тут посередине не состыковывается. Подожди, а если... Вот. Вот. О! Сработало. Тут какая-то лысая волосатая голова. Угу. Лысая волосатая голова. Да. Мне что-то прочитала смена подсолнуха. Я такая, он что, на заводе работает? Я помню этот уровень. Сука. Не самый любимый. Вода закончилась! И сыр! Ну последняя... Ну там последняя ложечка оставалась. Еще ешь. В смысле тебе так плохо стало?
сыр. Ешь. Да чё тебе плохо стало-то? Я не понимаю. Ешь. Воды. Ешь. Сыр. Ешь. Ну и вот последнее, ну вот... Ага. Ага. Вот, ему немножечко чуть поплохело. О, ну последний... Последний... Не блюй! Ты шумница. Фу, как мерзко. Для подготовки к церемонии нужны семена подсолнуха. Из щеки хомяка. Это кролик. Кролик? Ну, уши видишь какие? Ну, они типа маленькие, поэтому может хомяк. Ну. Короче, это какой-то грызун. Да. Он вообще тут цветной, как в это, в Happy Tree Friends. Ой, бля, графики. А, не! Минус 6,3, а тут... Во! Во! Лепесток похож на какую-то шалупку. Ну. Собери лепестки. Мозги обезьяны. Ха-ха-ха. Угу. О, мы обезьяны взрастили волосы. Сейчас мы в определенной последовательности должны эти бутылочки расставить, чтобы у нее больше выросли волосы, и мы смогли крюком зацепиться. Ну нет, там вроде бы должна быть какая-то бутылка. О, шевелюра. Это что? Иракес. Ладно. Просто не, нам нужно, это на клюв чтобы... похоже. Ну. Нам нужно, чтобы ее из ее головы выросло. Да, что-то похожее на крючок, что. Ну, можно было повесить. Ну. Чем больше волос. Угу. Леденец. Внезапно. А прикинь на леденец. Блин. Не прокатит. Не. Так, какую мы? Вот эту? О. Я хочу посмотреть все шапки. Я все хочу посмотреть. Да. Мы насрали на ком обезьян. Камень. Это... Ой, да. Блин, он где-то часто используется, я не помню где. Но я видела такие штуки. Mm-hmm. У нас обезьяна-пришелец. Палец. Внезапно. Mm-hmm. Один. Блин, у меня такой... Сейчас как средний покажут. я тоже сейчас думала. Сейчас выберем какую-нибудь бутылку, он фак показывает. Да. Так. А, это Флауи! Это Флауи! Из Undertale. Да. И он явно недоволен, то, что он растет на башке обезьяны. Он не ожидал такого от своей жизни. Листики. Я не знаю, что это. Я называю. Это как эти усики у тутового шелкопряда. Да. Вообще и вроде бы у Моли. Пикачу. Ну не у Моли. А? Пикачу. Какая милая отсылка. А? Кепочка Диппера. Нет, эта игра вышла раньше, чем Gravity Falls. Ну да. Теперь понятно, откуда они идею взяли. А вдруг на самом деле это на что-то другое ссылка? Не знаю. Подожди, я какую? О. Это что? Это сиська.
Это звонок, мне кажется. Сейчас я вернусь. Это сиська. Живи с этим теперь. Я-то развидеть теперь не могу. В принципе, все логично. Да? Рыба и крючок. Угу. Но почему не получается-то? Почему? Ну почему не получается? Наверное, она... Потому что рот не открывает, наверное. Рыба слишком умная стала. Вот бы всем так мозги доставать. Ладно, мы достали у обезьяны мозги. Достанем обезьяне мозги. Спасибо. Мы поняли, что мы сделали. Киски свиньи. Да что такое? Чего они всех разбирают-то? Пиги! О нет, это свиночел из Дон Старва. Во всем виноваты евреи. В том, что мы живем плохо. В том, что наши зарплаты маленькие, в том, что наша страна засрана. Ну какие они длинные, слушай. Когда они закончатся? Во. Во, смотри, он улыбается. Да. Кстати, кишки остались все еще. Угу. Какие мы тогда вынимали? Мы доставали типа толстую кишку или тонкую? Просто я хочу понять, которая из них осталась. Потому что по виду это вроде как... А, по виду это тонкая. Значит, мы ну, толстую. Ну, доставали мы толстую, ну. Ебать. А вы думали, что одноглазый мальчик странный? Вы на эту рыбу посмотрите. Так, ладно, это мы запомнили. Тут, блин... О, хорош. Какого черта глаз это? Ладно. Забери эту мою. Добудьте другие глаза. Но мы добыли только один. Моего... Катит. У моего брата проблемы со слухом стали резко. Наверное. А откуда, кстати, эти капли капают? Они из стены появляются? Подожди. Это смола какая-то. Не знаю, возможно. Может, хватит? А. Че? Брат, откуда у тебя... Они еще и двигаются. Брат, откуда у тебя черви в ушах? Ты настолько не чистишь уши, что у тебя черви завелись? Червивый тетрис. А теперь... Сколько держать надо? А, все? Да. Достань червей. Достань. Тут как бы нечего уже доставать. Родители гладят меня по голове и очень-очень ласково говорят. Что? Что говорят? Мы продали твоего брата за то, чтобы ты руку получил. Нет! Или это просто типа гладят по голове и ласково говорят. То есть неважно, что они говорят, они просто ласково говорят. Вы его хотите напичкать мозгами обезьяны и кишками свиньи, он вроде и так не глупый малый. Ладно. А, фу. Папку надели, чтобы не было холодно зимой. Это шарфик. А, да? Я так думаю. Да. Да. Шарфик. Это что? Ага. А лепесток куда? На интимное место? На глаз. Наверное. Он же похож на... Я говорю, он похож на глаз. Мне больно глазу стало. Ты прикинь, ему же... Ему лепесток прямо туда засунули. Может, его просто приложили, откуда ты знаешь? А, ну это выглядит так. Ай, мне глазу больно стало. Почему я?
Потому что ты одноглазый. О, они сами крутятся? Или как? Или что? Типа, наверное, да. Кстати, тут такой прикольный звук, как будто затвор передернули. Это как? Это... Ага, это вот сюда. А это сюда. Можно получиться вот рыбка. А, нет. Не рыбка, ага, а это... Это птица. Кружочек. Это птица. Да. Ой-ой. Блин, малыш, мне тебя жалко. Но это надо. Твоим родителям на тебя плевать. Как бы грубо это ни звучало, но им на тебя плевать. Они ужасные родители. Вырос в дебильной семье. Чё делать? Ответ на мой. Семья их культистов вырос он. Что творится? А? Ух, щит. Так, что произошло? Я говорила то, что это в глаз прямо вставлялось. Я выжил, но я одинок. В смысле, ты выжил? На клан напала группа террористов и всех расстреляла, кроме тебя? Ой, бля. Ой, бля. Ой, щит. Да. Пятнашки. Это даже хуже. Я мазафака. Молодец. Воскрешение. Возможно ли это? Ну, знаешь, у меня аж как-то получилось это забрать. Значит, возможно. Фонтан жизни. Угу. Но стрелочки явно намекают, куда нам двигать. Угу. У отца волосы из гроба торчат. Мы у них сердца должны забрать. Угу. Зачем? Ну, красиво выглядит, красиво. Я вас вытащу и буду беречь и ждать. Ты это сердцам говоришь или кому? Парень. Сердцам, наверное. Он худой. Он же их вытащил. Он худой. А чего он ждать тогда будет? Не знаю. Чудо какого-нибудь. О, смотри. О май. Опять нехорошие мысли в голову. Мальчик, хочешь посидеть у меня на коленках? Блин, на самом деле, по сравнению со своими родителями, он даже ничего так выглядит. Ну да.